Может бабку? Я ни разу на ней не играл, правда, но... Попробуй. Там вроде просто все. Руке. Лишь бы БКБ никто не купил. Давайте скрестим пальчики. Да как кто там БКБ купит? Вообще ни одного героя нет, чтобы... Ноль героев с БКБ, да, ни разу. Инвокер с морфом ни разу не покупали, кстати. Вообще, почему скилл бабки называется Лил Шреддер? То есть, как бы это... Маленький Да, ссылка. Калилу? Да. К лучшей четверке СНГ. Он типа разогревает свою турель, и что? Лил разогревает свою турель. И пошло-поехало. Так, ну мы, кстати, сильные. Я бабка. Ты Свен. Я Свен. Там Дизрик. Че это он? Че он стоит? Мне надо проверить. Не уходи, парень. Погоди, мне надо проверить. Ага, ага. Во, я проверил. Нормально. Ну да, не помешало бы, наверное. Блин, а нам надо что-то с ним уже делать, что он третий поднимет, и мы уже ничего ему не сделаем. Опа! Хорош. Видел? Видел, видел. Нормально, нормально, бабулесик. Может, что знает? Ну ладно. Бля. Да за нами идем. Барду стоит. Бля, он шестой просто у Дизраптора, к сожалению. Сломаю. К сожалению, Дизраптор шестой. Я, кстати... Ну, вообще, мне понравился ульт, прикольный, да. Я понял, как это работает. Очень мемно. Там дэмэджа очень много. Да, дэмэджа там реально много, но если чел не в контроле, все-таки он способен убежать. Я лечу. Че, будет? Я пошел туда лист долбить. Там морфинг. Ой, бля. Красиво. Ну, нормально. Слушайте, вообще отлично. Хорош. Это мы им еще экспу, получается, не дали, да? Угу. Бред. Бабка, блин, научиться на бабке чуть играть, и я, походу, буду только на ней теперь играть. Реально, пок чем герой. Угу. А смотрите, сюда какой-то хер идет. Убить, убить, нахуй. Конечно. Понимаешь? Вы нормально там? Типа из этой жопы. Бывало я лучше, пока... конечно. Да, но... Я убил огненную. Точно. Спушил, да, да? Сука, не пойдет. Спушил, да, да? О, красава. О, на ротацию ему даем. У него еще 16 тиков. Меня, кстати, убить мог. Прям бы ебусь на него. Печенечка, ух ты. Сейчас спишь, по идее. Это не точно. Что такое быстрый, блядь? Чё? У меня 5 секунд КД. Помогите, блядь. Копейку вообще не хватает. Я лечу. Ебатик там разваливает этой хуйней. Да, да, это вообще пиздец. Ёб твою мать. У тебя ульта это пушка вообще. Так. Последний, последний. А наверх кто-то может полететь морфа, типа? Пойдет. Две секунды до арены этого. Да, может быть в бараке? Давайте, это спейс, ребята, мы в бараке бьем. Так, там байбек. Да, вот идем. Бежим нахуй. Это пауза сделал. Мне пизда. Уходите. Бля, мне 10-секундное БКБ пришлось начать на это дело. Но... Мне кажется, надо было суициднуться в мире барак. Могли, все равно бы умерли. Да не, нормально, нормально. Ну как бы тут или после тренда было отходить, или уже на пох. Блять, ну автоатака, да. Пожалуйста! Фенатик не дает вижен или что? А, он типа криво стоял. Дает, но там да. Блять, как... только ты избран. И как отсюда выбраться теперь? Ладно, посидим. Ну как, конфету ешь, прыгай. А, в натуре. Куда он? Из доты. Подходим, так, а что, без ульты, типа, да? А что у меня за активка? Сетка, 25 секунд. Да, боже, типа, как можно, блин, ты забываешь про стики, когда они у тебя 15 лет уже в доте есть, а тут какие-то сетки, хуетки, блин. Как я вообще должен это... Как я это должен помнить все? Я их хочу разменять. А мы не можем напасть прямо сейчас? Ебать. Ну так далеко это, слышишь? Давай, сломаем. Там, атака, сука. И низ сразу можем еще. Надо гонобот.
Красную убить. Бля, они умирают. Чё, мемные, ебать? Я просто не могу доедешь снять. Мемно, что блядь. За биржа мемов в прямом эфире? Штормхаммер кулдаун. Поехали, блядь. Ману, да кто-нибудь, манки. Биржа мемов в прямом эфире. Тебе мало? Чё, всё, трон, мужики? Встань. Да-да-да, встань. Лечу, ебать. Ооо. Биржа мемов. Мы выиграли! Лес Шреддер наносит урон от атак. Это бафич, да. И чё это такое? Да смотрите, что творит Марс, смотрите. Ты берёшь, у тебя твои атаки. Это Рикардо Марс. Я тупо флекшу. Да. А это почему ты так делаешь? Это третья просто? У тебя твой урон Ярик начинает, короче. Я тебя побить не могу. Ну да, это как у футов из Варкрафта сделал. А, это ты типа, короче, танкуешь и забираешь половину, в общем, короче. Блин, нет, слушайте, бабка просто пукчем. Я сейчас бабка. Еще, типа, понял, типа, как, что делается. Это что вообще? Что вообще за герой? Что это за герой, у которой... Что это? Боже. Я просто сейчас осознал, что это какой-то нездоровый вообще история. Не, у нее ультимейт вообще неадекватный. Ну ладно, да. Ультимейт это просто турбопушка. Чё это вообще? Ну ей надо причём вот именно как раз чтобы контроль был. Если у нас да, просто да. Вообще у всех почти есть контроль. Ну да, и да. И комфортно. То есть, если смотри, контроля не будет, будет некомфортно. Работает с Войдом, с Марсом, с Паком работает на ура вообще. Ну прям. Да, да, да. Да, это если что, у меня еще и топ-1 дэмэдж получается. Пиздец тут ну, наносит да. Урона. Все фактически каждые 5 минут книгу дают. На жесть, то есть это говнина наносит чисто шар 200 и еще 50 в секунду на первом уровне. Просто от одной лужи ты 350 получаешь. Это ультлины, как будто бы ты всем даешь по ультулины. Да. Просто ну, типа, в ауе при том еще... 3000 рейнджа. 8 шаров. Ты вообще вдумайся в количество урона. 8 шаров по 200 урона. Там еще замедляет 25 и талант еще на 25. Там замедление 50. Да, и на 25-м талант еще смотри какой есть. Ну да, это неадекватно вообще.